Сидячий образ жизни давно стал повседневной реальностью практически каждого современного человека. Рабочий день в офисе за компьютером, утро и вечер в автомобильном кресле, свободное время на диване за гаджетом или за столиком в кафе. Обратная сторона ограниченной подвижности тела – хронические боли в спине, искривления и деформации позвоночника. Изменения в позвоночнике, которые часто называют остеохондрозом, в том числе протрузии, грыжи, они есть у большинства взрослых людей. Чтобы определиться с диагнозом, все-таки нужна консультация врача. При необходимости может быть назначена дополнительная диагностика. Статистически, наиболее часто боль исходит из мягких тканей. Это мышцы, связки, фасции. Реже болят межпозвонковые суставы, их называют фасетки. Факторы риска для боли в спине – это малоподвижный образ жизни, высокий уровень стресса. Чаще всего это приводит к напряжению мышц, уплотнению, возникновению болезненных спазмированных участков. Также нарушается кровоток, в итоге это приводит к формированию болевого синдрома. Основа для здоровой спины – регулярная двигательная активность, как хорошее противоядие офисному труду, гимнастика, спортзал, простая ходьба и дополнительные лечебные мероприятия. В периоды обострения боли в спине – медикаменты по назначению врача. В другое спокойное время можно использовать массаж. Массаж бывает разный – ручной, бывают электромассажеры, бывают механические массажеры. И массаж позволяет бороться с такими явлениями, как напряжение, спазм мышц, застойные мышцы, нарушение кровотока и, конечно же, помогает справляться с болью. Массажное воздействие может быть оказано с помощью роликовых механизмов. Они бывают массивные в виде кушеток, бывают компактные. Для оздоровления спины и позвоночника важны 4 принципа – плавное вытяжение, улучшение кровообращения, вывод мышц из спазма и ежедневное воздействие на позвоночник. Роликовые массажеры позволяют результативно воплощать в жизнь все эти 4 принципа. Первый принцип – это вытяжение. И как раз массажеры, которые используют роликовый механизм, позволяют этот принцип обеспечить. Ролики разные по диаметру позволяют вытягивать позвонки. Тем самым мы улучшаем еще и кровоток. Улучшение кровотока является вторым принципом здоровой спины. Третий принцип – это воздействие на спазмированные мышцы, которые могут иметь болезненные уплотнения, так называемые триггеры. С помощью массажеров мы также можем на них воздействовать и избавляться от боли. Ну и четвертый принцип, он очень важный, он ключевой. Воздействия должны быть регулярными. Очень важно при выборе массажера учитывать анатомические особенности, то есть рост, массу человека, а также очень важно, чтобы они были сделаны из натуральных материалов. Избавиться от боли в спине самостоятельно и регулярно, занимаясь дома по 7 минут в день, помогут медицинские массажеры-тренажеры для спины «Древмасс». С 2012 года они производятся в Нижегородской области на современном оборудовании, с двойной системой контроля качества, имеют регистрационное удостоверение Минздрава. Заказать медицинские тренажеры «Древмасс» можно на сайте древмасс.ру или по телефону 8 800 700 37 79. В офисе компании вам подберут тренажер согласно вашим индивидуальным особенностям и предложат провести пробное бесплатное занятие.